Управление образования сообщает, что с 1 февраля начинается прием заявлений в первый класс детей, проживающих на прикрепленной к школе территории. Зачисление осуществляется на сайте электронное комплектование школ Республики Башкортостан. Но сначала надо зарегистрироваться. В этом поможет подробная видеоинструкция. С целью содействия родителям или законным представителям, которые не имеют возможности подачи заявлений в электронной форме, в управлении образования действует кабинет номер 205, куда вы можете обратиться и вам осуществят помощь в регистрации на сайте электронное комплектование школ Республики Башкортостан и помогут подать заявление на зачисление ребенка в школу. Прежде чем приступить к регистрации, необходимо отсканировать паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка и справку с места жительства будущего первоклассника. Если такой возможности нет, то подойдут и фотографии, сделанные камерой мобильного телефона. Прием осуществляется на основании закона об образовании в Российской Федерации, а также постановление администрации города о закреплении домов микрорайонов городского округа за образовательными организациями. С данным документом вы можете познакомиться на сайте Управления образования и администрации города. По предварительным данным, в этом году ожидается почти 2500 первоклассников. Хватит ли мест для всех? Не секрет, что в городском округе этот вопрос стоит остро не первый год. К сожалению, ежегодно школы сталкиваются с такими проблемами, что детей на их закрепленных территориях больше, нежели возможности открывать первые классы. У нас по общей мощности школ достаточно мест для того, чтобы все будущие первоклассники были зачислены в школы города Нефтекамска. Но не все дети смогут попасть в школы по закрепленным территориям. Есть перенаселенные микрорайоны, районы, где активно строятся дома. И при этом в городе наблюдается положительная демографическая ситуация. Но ни один ребенок не останется неустроенным. Решение об устройстве тех детей, которые не были зачислены в связи с отсутствием мест, будет принимать управление образования. Если выбранная родителями школа не совпадает с местом регистрации будущего первоклассника, то придется ждать до 1 июля. Именно тогда родители могут написать заявление на зачисление ребенка в образовательное учреждение, которому они отдали предпочтение. Марина Медвинская, Азат Давлетшин. Время новостей.